в общем, небольшой такой экскурс. Этот сад. Он такой небольшой, потому что здесь не так много мест и пространства. Книги формисы, они тут такой подковой идут дугой. Кому интересно, как притеняются туи, каркас и здесь мешковина. И желательно, чтобы она не лежала на растении, не задевала ветви, чтобы они не подпревали. Здесь такие же. Вот, в принципе, все перезимовало хорошо. В прошлом году, не помню, выкладывала я где-то розарий, почти полностью сожрали мыши. Ну, я думала, что уже все, но нет. Розы ожили. Вот не обязательно со всех сторон. Здесь южная сторона прикрыта, а остальные стороны, чтобы проветривалось растение. Это у нас такая сосна на штамбе. Розарий сейчас буду делать обрезку, чистку розария. Ну и там под горшочками у нас клематисы. Ко мне Вомочка. Вот. Такой интересный сад.